Многочисленные питомцы прикамских птицеферм. Здесь и куры, и утки, и перепела, а также фазаны. В югокамском хозяйстве выращивают полтора десятка разновидностей этих пернатых красавцев. Рядом с ними не менее симпатичные мохнатые соседи. На пермской ярмарке демонстрируют разные породы кроликов. Вот плодовитая советская шиншилла. Быстро растет и набирает вес. Но кролики – это не только ценный мех и диетическое мясо. Это еще и домашние компаньоны. Так, конечно, они очень добрые. Очень добрые, ласковые. Ну, посмотрите, да, солнышко. Вот декоративные у меня есть кролики. Это можно как кошку дома держать. Да? Вот они ходят на лоточек, так же, как кошечки. Они имя могут свое выучить. На пермской ярмарке раздолье для садоводов. Свою продукцию здесь представляют десятки компаний из разных городов страны. Семена и саженцы приспособлены для уральского климата, утверждают производители. Пермский питомник «Марьина роща» предлагает так называемые «чудо-деревья». Это саженцы яблонь, которые способны дать несколько урожаев за один сезон, причем разных сортов яблок. Можно как получать буквально с августа по сентябрь с одного дерева. Потому что сорта привиты разные. Все сорта районированные. Либо челябинская, либо свердловская селекция. И уход точно такой же, как за обыкновенной яблоней. Не только пользы ради. Чтобы украсить свой участок, здесь можно почерпнуть массу оригинальных идей, приобрести декоративные растения на любой вкус. Вот, к примеру, децентра великолепная. В народе цветок называют «разбитое сердце». Зимует у нас хорошо, растет. Размножается. Тем оно и хорошо, что за ним не надо много ухода. Гортензия садовая, которая может расти на улице, но в наших условиях она зимовать, к сожалению, не будет. Для этого мы ее несем домой к себе, она зимой благополучно, потом опять высаживаем. Выставка «Весенний сад и огород» работает до 27 апреля. Вход свободный. Юлия Зыкова, Михаил Сетров, телевизионная служба новостей.